Превратив Детройт в город будущего, Абрахам Кейн лишил свободы его жителей. Я заставлю их трудиться на моих заводах изо дня в день, не покладая рук. А те, кто не подчинился, вынуждены скрываться под городом. Пока еще свободном Мотор-Сити. Скоро Мотор-Сити перестанет существовать. Это битва за Мотор-Сити. Захватывающая премьера. Мотор-Сити. 20 октября в 15:30 на канале Disney. Теперь уже можно волноваться? Да. Самое время.